В качестве аналога воспользуемся следующим экспериментом. Приготовим колбу с пробкой, резиновой трубкой и прищепкой. Они весят 84,29 грамма. Подсоединим колбу к насосу и откачаем из нее часть воздуха. Зажмем трубку прищепкой и отсоединим колбу от насоса. Теперь она весит 84,17 грамма. Вес колбы уменьшился на 12 грамма. Именно столько весит откачанный из нее воздух. При этом предлагается воспользоваться подобными лабораторными весами. Вместо колбы можно воспользоваться такого рода сосудом. Можно ограничиться и просто сравнительным взвешиванием бутыли с воздухом и бутыли с водородом. При этом в обеих случаях перед наполнением бутыли водородом, этим же водородом желательно наполнить резиновый шар объемом, естественно, больше 35 литров, для того, чтобы он набрал комнатную температуру. Ведь газ из баллона истекает охлажденным.